Неспокойно и в соседней Беларуси. Там люди уже месяц выходят на митинги против так называемого налога на дармоедов. Это почти официальное название налога на для безработных. Но последние два дня там особенно жарко. Вчера люди вышли на улицы в День воли, праздник восстановления белорусской независимости. А сегодня в Минске задержали десятки активистов, которые требовали отпустить арестованных накануне. Правозащитники говорят, что всего задержанных не менее 600 человек. ЕС и США уже осудили действия белорусских властей против демонстрантов и потребовали их немедленного освобождения.